во всех глазах Аля пытается убежать из отеля. Андрей не ведется, он хочет его в свои сообщники. Боже мой. И теперь в этих штанах и в этих кроссовках на сцену идти. Все, минус игрок. Не спрашивайте, как мы здесь оказались. А где мы находимся? Что это за... Взлетная полоса, короче. Это он нас завел сюда. Не могу пальцем попасть. А вон квиз идет. Раз уж мы сюда пробрались, эксклюзивные кадры. Выгуливаю своих подопечных. Ну и куда? Куда ты там собрался перелазить? Это называется воля, точнее чувство свободы. Не хватает после карантина. Нет, там вроде, короче, есть набережная. Ну, не набережная, не знаю. Короче, там проход есть для людей, типа, там можно ходить. Ну, как туда попасть, то... Только... Андрюха, что ты думаешь по поводу? Что думаешь, Сань, по поводу этой кабинки? Нормально. Костя, что думаешь насчет кабинки, в которой мы играем? Удобно, да? Супер. Ну, Андрюха, понятно, куст всегда в порядке. Что дальше? Так, ну здесь вот получается у нас будут аналитики-комментаторы сидеть. Такая красивая площадь. А здесь сразу уже кабинки. Играем сегодня практис второй день. Настраиваемся, привыкаем, смотрим, что да как. Завтра официалки. Пока все проходит очень хорошо. Успели поиграть днем. Сейчас вот у нас вечерние праки на сцене. Последние праки перед официальными матчами. И завтра уже будем вступать в битву. Приходите на трансляции, смотреть, болеть. Поддержка нам нужна. Для парней первый чемпионат мира. Поэтому... Thank you.
будем выкладываться на полную.